Высокими результатами земляков гордимся. Спортивная школа Фокина в числе лучших организаций страны по подготовке спортивного резерва. Подведены итоги первого этапа всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта 2022». «Цифровая трансформация российского спорта 2022» – это первый в России конкурс, выявляющий лидеров, активно развивающих цифровизацию отрасли спорта. Конкурс проводится по 12 номинациям. Его основная цель – поддержка организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, и их сотрудников. Спортивная школа Фокина приняла участие в первом этапе конкурса и вышла в число лучших по России. Участие принимали практически все муниципальные образования Приморского края, ну, иных субъектов Российской Федерации. И по результатам конкурса конкурсная комиссия определила номинантов и победителей в различных номинациях. И в том числе, как лучшая организация подготовки спортивного резерва, в этот список топ-30 по России вошла наша спортивная школа городского округа. И также отдел физической культуры, спорта и молодежной политики вошел в топ-3 по России. С 18 ноября в городе Москве пройдет очный заключительный этап конкурса, в котором примет участие городской округ Зато-Фокино. К слову, единственная территория от Приморского края. 21 ноября состоится церемония награждения во всех номинациях. Надеемся видеть наших земляков в числе призеров всероссийского конкурса. Желаем удачи и ждем с заслуженными наградами. 18 числа мы туда летим. Конкурсная программа. Будем в ней, конечно, участвовать. Кроме того, будет у нас и обучение, семинары различные, по итогам которых мы получим соответствующие сертификаты и дипломы повышения квалификации. Ну и будем надеяться, что все-таки победим. Ну и прославим наш Фокино на всю страну.